Всем привет! Вы на канале FIFA Time, и сегодня у нас, ребята, какое число? 18 сентября, а это значит что? Сегодня у нас первые поединки группового этапа Лиги Чемпионов. Поэтому давайте, ребята, вспомним самые лучшие голы прошлого сезона Лиги Чемпионов. Сделаем, так скажем, топ-10 голов. Мы начинаем. Наверное, все знают, что я болею за донецкий Шахтер, а это значит, что на любви к своему клубу можно заработать деньжат. OneWin – это самая надежная букмекерская компания. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, широкая линия ставок, круглосуточная поддержка. Так вот, в преддверии группового этапа я решил рискнуть и поставить на оранжево-черных, ведь все знают, что дончане очень уверенно играют дома, а это значит, что можно срубить легких деньжат. Я решил поставить 20 тысяч рублей на победу Шахтера. Коэффициент 2.01. И в случае победы я срублю еще 20к. Ну а если ты тоже хочешь срубить деньжат, то переходи по ссылке под этим видео, и при использовании промокода вы получите плюс 200% к вашему депозиту. А мы начинаем. Десятое место занимает Криштиано Роналдо и его мощный удар из-за пределов штрафной ворота Боруссии Дортмунд. Лучшее блюдо, все будет откуда. Дома напряг и жизнь стала трудно, запомни. Все будет откуда. Все будет откуда. Запоминай. Не выветриваем и смог в этих аномально душных комнатах дым с ног, сбивающий в миг гриф слов, миг с рифом слоу. У них скрыт невзломанный пин-код. Хип-хоп это не просто стиль диких и грозных, ему покорен любой вид, пол и возраст. Никто не мог знать в начале начал, что мы будем качать тех, кто будет качать. Слушай внимательно. Зови своих приятелей, парень, да куда. На девятом месте у нас закрепляется гол в ворота донецкого Шахтера игроком Наполи Лоренцо Инсиньо. Восьмое место достается также игроку, забившему гол ворота оранжево-черных, и это Кевин Де Брюйне. Здесь мой аппетит, я будто бы Боинг, что не подбить, я будто корабль, что не потопить, и тут далеко не элита. Бумажа пишется слить на бит, фол валит солидно, смотри, чему надо завидовать. Нас не учили, как жить, но мы выжили, так что завидовай ваши города. Мы готовы взрывать прямо на битах. Много... Седьмое место – это гол Фреда в ворота Ромы. На шестой позиции опять-таки игрок донецкого Шахтера Бернард и его гол в ворота Манчестер Сити. Чтобы вылезти, подняться наверх, но я пошлю его нахуй, ведь я все тот же человек. Пока ты сучишь на ДВ, я в каморке дома. Пятое место достается Эдину Джека и его гол в ворота Челси. У тебя болезнь дискуссия, к тому бездельника. Ура полезен лузером по понедельникам. Без твой музон убивает лишь слабых пленников. Это ты, который застукал твою маман, брат. Ты, который сошел с ума и запал батл. Четвертая позиция закрепляется за игроком Атлетико Антуаном Гризманом и его просто красивейшим голом через себя. Третье место и гол ворота Шпор отмечает Игуаин с его просто красивейшим голессо. В
второе место, и это заслуженное место, на мой взгляд, Криштиану Роналду и его красивейшим галешником в ворота старой семьи. Ногами несу тебе на раны в этом раунде, даже судьи на суд. Это твой судный день, тут повсюду переполох. Мы навели бардак, пока плевал потолок ты. Да так самоуверенно бредил сорвать джекпот. Ты намерен хитро идти или это пивной живот? Ты же вроде как себя не на помойке нашел. Каждый бывший наркоман прямо школу жизни прошел. Ну и первое место. Финал Лиги Чемпионов. А еще и ножничками гол. Такое может только Гаррет Бейл. Дениса вновь на батл затянули старики. Вот Марул не отвечает Тенти на звонки. Он негодует, он в печали, сам не понимает, как так, ведь когда-то вы встречались. Вот и встретились, столько мест на свете есть. Но вам-то надо конкретно здесь, в своих стенах замес. Не спортивный интерес, ходы Киев, Киеве, да гуду, батли, браво, рви. Да, Дениска любит, когда два на три. Да, 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 вы называли меня королем автотюна. Типа так, на битах, я не выдам и не дюйма. Типа мой хип-хап, авантюра, попал в цель. Как говорят, а не дай рецепт, наебать всех, ну спроси. А как вы считаете, какой гол был самый лучший из нашей топ-10? Возможно, мы провтыкали какой-то гол, поэтому пишем в комментарии, какой гол вы считаете самым лучшим голом прошлого сезона Лиги Чемпионов. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем удачи, всем пока. Киев, туда гуда, Киев, туда гуда, Киев, туда гуда. Киев, все будет до гуда. Я батлы, это мое, я...